Так, они положили нам соки опять. 4 напитка, но один больше дали. Положили опять кофе, чай. Включили кондиционер. Убрали постель, заправили. Положили опять принадлежности мыльно-рыльные. Туалетную бумагу заменили. Сашулька молодец. Сашулька шустря. Куда ты побежал, малыш? Посмотрите, как здесь красиво. Это что такое? Что за аппарат? Овощи. А? Овощи. Кстати, тепло. Да. Здравствуйте. Вот такой небольшой бассейник. Они взяли? Ты сразу пойдешь в воду? Вот, посмотрите, какой бассейн. Ну, неплохой, в общем-то. А здесь топчан. Сюда. А сюда можно, интересно? Почему нельзя? Папа, куда хочет. Сашуль, что, холодная вода? А? Холодная. Холодная? Ну, обычная, как на Алаколе. Нет, не так холодная. Нормальная. Ай! Сашуля молодец, смелый мальчик. Глубина что, глубокая? Ну, в общем, вот здесь такие столики, можно посидеть. Кто-то курит, кто-то пьет напиточки. А здесь вот, смотрите, сауна. Вот так вот. Вышли на прогулочку, посмотрите, здесь прям растут деревья. А, это персик. Это персики, да. Там мы видели гранаты. Хотим сейчас сходить в магазин. Кстати, здесь магазин обуви. 50% скидочка. 20% скидка. 70%. Здравствуйте. А что производство? Что ты спрашиваешь на такие вопросы? Мне кроссовки, ничего не надо. Вот эти интересные, Лена. Вот эти. Интересные, смотри, какие. 1 900 000. 1 900 000. Ну, как всегда, маленьких нету, наверное. Стоит всего лишь 87. А? 87 000. 87 000? 1 900 000 это сколько? 87 000. 85. А. Кондитерская Кремона. Вот торты. Торт Сникерс 270 000. Маленький, хороший. Зачем нам? Просто нам нужно на один раз, чтобы вас поесть. Вот такой кусочек. Нет, я не хочу такого. Может быть, хотя бы 195 000. 135 000. Да. 135 000. Да? Вот это не еще. Сколько стоит на деньги? 135 000. Лена, а вот еще маленький.
Типа Рафаэла? Рафаэла. Это интересно. 5800. Что туда входит? Посмотри, вон самый. Будь самой счастливой. Классический бисквит. 5800. Это 6000. 6500? 5800. 5800. А здесь пироженки. Пирамида, 110 тысяч. Вот такие пироженки мини-шоколадные. Лена! Слушай, посмотри, вот эти лучше, мне кажется, пироженки взять. Всякие. Разные пироженки здесь? Да, они вон по 10 тысяч, по 21. Это за 100 грамм, наверное, да? За одну штуку, наверное. Это же за одну штуку цена? Или за 100 грамм цена? Штучно 25 тысяч. Попробуем все по чуть-чуть. А вот такой маленький торт. Вот такой. Не, мне кажется, тогда взять все, попробовать. А вот этот я хочу попробовать его. Такой можно пирожный сделать? Вот этот. Или его нельзя? Нет, его режут. А, он порезанный, смотри. Да? Порезанный, да, вот такой большой кусок. Кстати, здесь свечки даже есть. Ну, как взять? Или торт взять? Ну, посчитай, как выходит лучше. Пирожные такие, смотрите. Ой, сколько вкусняшек. Моя слабость. Вот такая пахлава. Пирог с вишней, 10 тысяч. Такие рулетики. Вкусняшки. Зашли в маленький магазинчик. Здесь рис. Ну все, все как и у нас. Ой. Просто здесь цены тысячами. А вот вискас здесь. Вискас. Корм, интересно, сколько стоит? Китикет. Хочешь корм с собой? Нет, просто спроси, сколько стоит. А китикет сколько стоит? Желеобразный. Желе? Да. Китикет желе 5000? 5000. 5000? 300 тенге. 217. Дороже, да? Или какую-то столовую. Интересно, какие здесь цены и что тут есть. А, вот так, типа каганаты здесь. Вот так набирают люди всем. Что, попробуем? Сейчас кушать, что ли? Или с собой? Не надо сейчас кушать. Просто интересно, сколько это будет стоить. Из Казахстана, да? Да. Тарас. Очень приятно. А что ты? Вы здесь не первый раз, да? Первый раз. Нет, вот здесь кушаете. В Ташкенте? Кушаете здесь. Первый раз. А, первый раз. Просто ради, ради интереса. Без разницы. Без разницы. Здесь дует по ногам. Ну, пошли. Короче, зашли. Ой. Все, быстро. Истина, пойдем. Это возьми на. Пойдите здесь или на улице? На улицу я пойду. Холодно здесь. Сашка у нас хотел пиццу. Вот здесь пицца есть. И такие цены. Ну, 78-80, вот такая цена. А я пойду на улицу, что-то очень холодно. А, на улице заняли уже. Лена купила мороженое, которое я захотела по храму. Курага в двойном шоколаде. И вот это мороженое стоит 15 тысяч. Ну и сравните, два напитка. А 8 тысяч, 16 тысяч. 16 тысяч.
принципе, она и у нас дорогая очень. Но зато очень вкусная мороженое. Давай, Кристина, открой. Покажи, что за мороженое. Распаковка мороженого. Да. Смотрите, такой на оберточке. Еще одно. Фиолетовое. Есть, короче, лаваш с тандырами. И вот так она выглядит. Какая вкусняшка. Ням-няшка. Давай, откуси, попробуй. Мне что? Что за мороженое? Ну, будем все кушать. Оно с курагой, в двойном шоколаде. Покажи начинку. Какая вкусняшка. Вкусно? Да, вот это вот настоящее мороженое. Дай попробуй. Сейчас. Очень вкусно. О, да? Сишка вот набрала тут. Это на 185 тысяч. О! Вот это 185 тысяч? Надо было здесь поесть за 18 тысяч. Гречка с подливом. Представляешь, 18 тысяч всего стоит обед. Три лаваша, один бургер и салат. Да все возьмем. Дай сюда. Возьмем. Все? Подожди. Мы еще сейчас должны торт забрать. Мы пришли вот за тортиком. Смотрите, какой он у нас симпатичный. Саша написано. Ага, и пряник Хаппи Звезды. Что у нас там начинка? Начинка у нас там сливки, банан, малина и молочный шоколад. Да, такая вкусняшка. И мороженое даже еще есть. Вкуснятина. Да, просто несем. И 15 тысяч пряник. Давай попробуем. Дай ему хрен. 173 тысячи. Нет, торт стоит 132. Почему 132? А, нет, 134 вроде. Там было... А почему они нам не дали ценник? Подожди, ты платила 100... А, чек дали же. Давай, посчитай. Вот такой у нас красивый. Тогда убери вот эту коробку. Да. Давай, доставай. На торт получился в тенге 7 тысяч. Нет, торт не только один. Еще его... Еще плюс пряник. И свечка. И свечка. Вот да. Свечка. Посмотрите, какой он красивый. А внутри мороженое. Не только мороженое. А так, мороженое, смотрите, малина, вот это их фирма. Кремора. Кремора или Кремона? Кремона. Ой, боже, он обо что-то, смотри, задевает. Сегодня у нашего Сашульки день рождения. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Сашулик. Happy birthday to you. Ура! Загадал? Молодец! Не успел. А? Не успел. Почему не успел? Сейчас загадывай, давай. Быстрее. И подуй. Дуй просто. Дуй просто. А что ты на всех смотрел? Ну давай, Сашуль. Сашуля, глянь сюда. С днем рождения тебе. Тебе сколько исполнилось сегодня? А это сколько? Ты же не маленький на пальцах показываешь. Один ноль. Ну ладно, поздравляю тебя с днем рождения. Самое главное, расти большой, а то ты маленький. Хорошо кушай, хорошо учись, слушайся маму, папу, бабушек, дедушку и своих брата и сестру. Радуй их всегда. Чтоб ты вырос, стал умным, стал большим, зарабатывал много-много денег и стал опорой для мамы и папы. Давай, всего тебе самого хорошего. Давай. За это выпейте. Я говорю, запейте сок. За здоровье. Отгадайте, что за жидкость внутри? До конца это пить. Простая вода. До конца с резким пить. Запахом. Это же вода, ну, простая. Она нормальная. За здоровье внучка грех не выпить, да? Вообще не острая костюма. Давайте, бери. Просто? Куртом.
закусывает. Кур, не, кстати, вас... очень вкусно. У нас такого курта нет. Не лаваш. Мой халапеньо варю. Халапеньо. Да. Шуля сейчас будет уголочек резать именинный торт. Первый уголочек ты кому подаришь? Кому ты подаришь первый уголочек? Хорошо, здесь в Ташкенте все дешево. Кому ты первый уголочек подаришь, Саша? Да? Первый кусочек. За 7 тысяч. Плюс еще пряники, плюс свечки. У нас не купишь такой тортик. Поддержите. Да. Владик, помоги ему. Держи ему вместе руку. Сам сможет. Саша, кому ты подаришь? Он какой жесткий. Да, он жесткий. Вниз, вниз, вниз. Дави, дави, дави. Ты что? Ты должен сам справиться. Давай, Мир. Давай, ничего страшного. Саша, говори, кому ты дашь первый кусочек? Ты кого-то убиваешь, убиваешь. Владик, помоги. Вот же тарелочка есть. Ну давай, шикарную тарелочку. Вот это можно убрать. Владик, вытащи его. Ой-ой, осторожно, спадет он. Не, из-под низу достань. Нет, не, не оттуда. А, вот, кстати, можно вот сюда ложить. Вот. Ой, боже мой. Там угнется. Давай, я тебя режу. На. Ой, не можем справиться с тортом. Он жесткий. Вот разрез такое. Посмотрите. Там три начинки аж. А где мороженое здесь? Везде самое жесткое. Банан, покажи, вот здесь малина замороженная. Вот здесь холодная. Да, я тоже сфотографирую. О, где кто? Вот так срез выглядит. Вот так. Саша, убери головку. Вот она киска стала. Она уже наша знакомая стала, наша приятельница. Она постоянно здесь. Да, кисулечка? Так у нас с собой ничего нет покормить. А мы опять поехали гулять. Потому что завтра мы уже уезжаем. Вызвали такси. Через Яндекс.Такси стоит 18 тысяч. Короче, мы сели опять в машинку Шевроле. Вот нас очень много, 6 человек. Вот так вот и мы ездим. В одном такси. Республика держит только вот узбекский, узбекский народ держит. Для людей слабо это, да? Кто-то хорошо живет наверху, да? А так, низа слабо, да, ты имеешь в виду, да? Поверните направо, да, задел. Например, я тоже из Ташкента, А движняк нужен, Арша. Поверните направо. Не так ребята занимаются. Это где вы? Там же Алматрова. Нет, там еще такое. А там квартиры сколько стоят? О, большую комнату, смотри. Сколько за квадрат? Мы уже в на карте посмотрели. А, там нет, made in everything. Пустота, короче, полностью. Огромная яма. Очень большая яма. Что, ты почитал, что? Вот на этом месте они здесь построили, все, но со временем сядет. Да. Там, где это они эксперименты делали. Вверх, вниз, там, где это. Я только говорю, что здесь будет. Нет, они... Все это место так вот делали. Алма-Ата куда не заезжал? Они такие, нет, они такие какие-то, цвета какие-то необычные. Вот мы идем в парк, Magic Park называется. Вот твоя мечта, твоя исполнилась. Смотри, целая куча торговый дом. Вайкики. Это дворец Вайкики. Дворец Вайкики. Есть макроэкспресс, банкомат. Мы завтра во сколько выезжаем? Завтра же не успеем никуда. Вот можно как раз сейчас здесь шопинг сделать. Пойдем в шопинг сделаем. Надо же нам потратить наши суммы. Вайкики зайдем, посмотрим на цены. Давай. Кстати, вот здесь похоже, знаешь, на Global Village в Дубае. Точно так.
Ой, красота какая. А где вход? Отсюда? Смотри, как красиво. Как в Дубае прям. Так, посмотрите, ЛЦ в Айкике. Два этажа. Как здесь светло. Ребятки. Сумочки такие меховые. Интересные такие. Сколько они стоят? 199 тысяч 900. Ну, почти 200 тысяч. 200 тысяч – это сколько? Длина небольшие. 249 тысяч. Вот такое трико. Сколько это? Такая курточка. 349 тысяч 900. Здесь Женя, футболочки. В костюме есть. 75 тысяч. 90 тысяч – это сколько сам? Посчитай. 4 тысячи. Как же какой цены, да? Ну да. Ой, блин, начинай. Магазин. На рубашечки мужские. Ну это точно как этот Global Village. Точно как Global Village Дубаи. Прям один в один. Может, они собезьяничали? Да, точно так же. Торговые ряды здесь все. Еда, фастфуд, бутики. Прям один в один. Только единственное, только здесь все с одной стороны, да? А там же со всех стран все. Де-факто. На камеру смотрите. Шерри. Вот это вместе. Так, заходим де-факто. О, музыка гремит, как всегда. Такая кофточка. 200 само почти. Это все детское. Брюки школьные. 230 тысяч. Дороговато здесь. Брюки получается. 230 тысяч это школьные брюки, это 10 тысяч тенге. Я в аквариум. А здесь вот указатель. Сегодня были в аквариуме. Аквариум, амфитеатр, синема, кино, Магик Парк, амфитеатр. Хожат, она. А, туалет. Смотрите, как красиво, ребята. Точно как Global Village. Вообще. И главное, вход здесь свободный. Платить не надо. Белиссимо. Кстати, у них белиссимо славит. Вот мы зашли в белиссимо. Вот они здесь делают выпечку сразу, пиццу. А здесь что продают? Здесь синабоны опять. Мороженое. Сколько мороженого стоит?
Это мороженое? Нет, это вафли. 32 тысячи, 25 тысяч. Вот. А мороженое 7 тысяч сумму, да, один шарик? Один шарик 7 тысяч сумму. Кофе 12 тысяч. Чизкейки всякие, пироженки. Но нам это не надо. У нас целый торт есть. Вот фонтан уже работает, ребята. Везде, на каждом шагу кафешечки. Смотрите, какое дерево. Здесь тоже Magic Burger, Magic Park. Здесь вот такие аттракционы, там лабиринт, а здесь вот перевернутый дом. Мы все хотим сюда, перевернутый дом. Кстати, это очень интересно, мне кажется. Смотрите, как красиво. Вон, Сашук, смотри. Где ты хочешь фотографироваться, Саш? А? Где ты хочешь фотографироваться? Все тут задом наперед. Идем здесь фотографируемся. Вот смотри, диван фертормашкой. Интересно, да? А ты можешь, знаешь, как сделать? Вот так возле стены стань. Стань возле стены. Что, тебя сфотографируют сразу? Подожди. Подожди. Ванная у вас к фертормашке. Смотрите, унитаз там. Стиральная машинка. Да, все наоборот. Ванная. А, даже телевизор наоборот показывает. Гладилка. Кроватка. Здесь карнавал. А, это можно что-то выиграть, наверное. И что тут надо делать? Ловить цыплят? Цыпляток ловить надо? Три утка возьмите. Потом. И что потом? А, а три утки, что там за подарок? А? Вот эти подарки. А, если три утки вместе, да, сразу? Да. Словить. А, вместе? За три утки сразу вместе. Поделись? А за один раз три, да? За один раз три. И сколько стоит? Там под утками эти цифры. 20 тысяч. 20 тысяч? Одна только попытка, да? Один раз 20 тысяч? Одна попытка 20 тысяч. Или как? Три попытки. Три попытки. Так, вот амфитеатр. Здесь какое-то представление. Билет один стоит 200 тысяч, но... Следующее представление слишком поздно, в 9 часов. А мы решили вот так сесть, как бедные родственники, сидим и смотрим. Ай, Мрёш. А здесь вот посмотрите, что это. Типа как такой парк всяких животных. Можно здесь пофотографироваться, Крися. Криська вот с Сашкой. В общем, посмотрите. Есть вот людям куда сходить. Вообще классно.
даже вот считая сегодня будний день, народу полным-полно. Все, что? Аквариум. С 10 до 23. Что ты в жизни не видела? Что, не хотите? 100 тысяч стоит для взрослого. Для детей 75 тысяч. Смотрите, как красиво. Давай, вызываем такси и... Куда? Приехали на другие аттракционы. Да, здесь, кстати, колесо обозрения. Называется Навроз Боги. Боги. Навроз Боги. Навроз Сити. Навроз Боги. Навроз Боги, да. Вот такое колесо. Большое-большое. А здесь меньше народу. Да. Ох, какое огромное колесо. Ох, вот это да. Высокое, смотри. По-моему, оно как в Дубае, да, высокое? Да, высокое. Как в Дубае оно. Не, повыше. Меньше. Чуть-чуть меньше. Так, цена за одну персону 30 тысяч. Обычная кабинка, комфортабельная кабинка. Так мы в какую кабинку? В обычную? Или в комфортабельную сядем? Вот посмотрите, сколько народу здесь. В общем, обычные кабинки стоят на человека 20 тысяч. А VIP-кабинки 30 тысяч. И теперь обратите внимание, как одеты люди для простых кабинок и как для VIP-кабинок. Есть разница? Как вы думаете? Нету разницы. Практически нету. Вот так кабиночки движутся. Люди выходят и отсюда заходят. Вот туда идти, да? Девятый, да? Мы туда все залезем? А 6 человек вот, стандарт. Быстрее, бабушка, а то не залезет. Саша, дай я буду видео снимать, я с той стороны сяду. Ой, прям перевес на эту кабинку. Тяжеловесы сели в одну сторону. Где там свет? Включайте свет. Нету света, нам не надо света. А, нет, называется картинг. Нет. Картинг. Ты будешь такой картинг? Ой, Саша хочет на картинг. Жень, дай я сюда сяду. Давай. Ой. Да, ну все заляпано, блин. Пицца. А Ланенька? Посмотрите, как это. Третья постоянно ищет развлечения. А четвертый жрать хочет. А я? А пятая лишь бы снимать что-нибудь. Да. Сейчас Владик этого посажу. Я со Сладиком, Да. Можно сходить в театр. Амфитеатр. Ладно, давай покачаем. Вы хотите остановиться наверху? Не, ну пойдем мы. Сейчас я скажу, когда желание загадывается. Красота какая. Гопота. Все, мы идем вниз. Нет, еще не. Здесь жареное мороженое тайское.
Сколько стоит мороженое? По 20, по 25. Ну, бери, если хочешь, я возьму. Давай быстрее одну, бери мороженое. Не успей, давайте. Не успей. Ну, иди пока билеты бери. Туда пойдем, да? Малиновый? Давайте, малиновый. Прям после мамина молока на втором месте. Посмотрим. Сначала не поняла. А где Саша? Братишка, где ты? В Таиланде научился? Нет, брат научился. О, снимай. Я тебе не вытащу. Основатель брат научился. Владик, ты какой будешь? Владик. Владик. Не надо. На одно меня. На обратном пути. На обратно сразу? Нет, у нас просто 2 часа, потом закрывается все. Ой, 20 000, это 800 тенге? 20 000? 800, да? Да, 800. Воу-воу-воу-воу, ну-ка другая слова. Так много двигаться. На сцене, давайте, работаем. Да, настроение еще, правильно? Ух ты. Кристина, хорошо с ним будет? Подойди. Да. Куда поближе? Как делать? Классно. Классно делать. А вы к малине что добавляете? Молоко, да? Молоко, сливки, микс. Нет, вы имеете в виду там сверху покупаете чем-нибудь? Да. Салат. Чем ты хочешь посыпать? Салат. Салат. Много не надо. А можно еще одну ложку? Можно. Одну ложку. Дай руку. Так, держи крепко. Папа тоже захотел Жене мороженое попробовать. Ой, они, смотри, скоростные. Не сможет он. Владик у нас. Ты можешь это оценить? Стоит занять. Сашуля. А тут маленькие же дети. Дети маленькие, он катается. Папа, наверное. Ну, я давай. Сашуль, дай попробую мороженое. Дай ложечку. Саша, ну или дай откушу. Может быть, ты возьмешь Сашку с собой? Нет, вкусно. Ой, посмотрите, какой ужас. Как они переворачиваются-то. О, билеты здесь на аттракционы продают. Ох, красота. Thank you.
карусели, а здесь поезд. Мои ушли все кататься на аттракционах. Я здесь сижу вот так. Сколько народу все равно. Знаете, сегодня среда. И все равно народу полным-полно. Ну, красота, да? Сколько развлечений для детей. Смотрите. Что? Куда идем? Туда. Зачем? Ну, когда он кричит. Я отсюда слышала, как он кричал. Ты поел мороженое свое? Шоколадное? Нет. А? А что, не было? Просто мама не хочет. Мама когда, не хочет? Когда будем уходить, мы возьмем. А вы куда ходили так долго? Ой, смотреть. Найдем. Ну и что, ты сильно кричала? Нет, там просто качелька вверх. А? Просто а качелька. Владик кричал? А вот на этом катались? Сейчас, вон Владик. А на чем вы катались? Вот на этой? А вот на этой? Нет, там Владиком катались. Ну, посмотрите, как страшно. Какой аттракцион. Сюда садишься, видимо, надеваешь очки, и вот 20 тысяч стоит. Что это там такое? А что такое? Очки надевают? И кино смотрят? А? Очки надевают и кино? Кино смотрят, что ли? Она можно только смотреть? И там же он смотрит, что он не видит. Вот они сидят, кайфуют. Сколько всяких аттракционов. Там танчик. Мороженые какие-то всякие разные, и тайские, и турецкие, а это вот мороженое тоже. Борьба с акулой. Какая-то борьба с акулой. Дандурма. Дурачок. Дандурма это вкусная. Турецкая. Все люди собрались. Всех обманул. Он хочет жареное мороженое. Не, он жареное хочет. Короче, здесь самса, посмотрите. В этом зоне. Самса. Кошмар. Самса по 7,50. Ну, сейчас попробуем, что у них за самса. Салфетка в ларь? Да, да. Сразу они здесь готовят вот такие печки у них с пылу с жару. 7,50 с мясом, с говядиной. 7,50. Ну понятно. 7,500. Короче, пришли мы опять в кафешку. Женя сильно хочет кушать. Закрыто, сказали?